Добрый вечер. Меня зовут Ольга Дубицкая. Я руководитель издательского отдела Музея современного искусства «Гараж». Я ужасно рада вас всех видеть на презентации, на ну, последней в этом году презентации нашей новой книги. И а, это действительно для нас праздник, и мы ей очень гордимся, потому что на самом деле это мы сподвигли на Хильча. Правда, Наума Написать эту книжку, потому что для этого мы издавали, собственно, произведения, которые редактировал нам это мемуары Изенштейна и сборник Изенштейн для 21 века, сборник статей. Одну из статей, кстати, для сборника написала Наталья Рябчикова, которая одна из ведущих нашей сегодняшней презентации. Ну вот нам как-то к нам приезжал, обязательно с чем-нибудь сладким в офис, в издательский отдел, и все время нам рассказывал какие-то безумно интересные истории, не только об Эйзенштейне, в какой-то момент еще о, о Пушкине. И мы заслушались и сказали, мы это, в первую очередь, я и выпускающий редактор этой книги Марина Седакова, которая, к сожалению, для нас не здесь, но, к счастью, для себя в отпуске, очень заслуженным. Вот, жалко, что ее нет. Но, в общем, и мы с Мариной говорили, нам Ихич, нам пожалуйста, ну, напишите уже, просто все это напишите для нас, и мы это издадим с удовольствием. Вот мы это сделали и прямо очень этому рады. Вот, я долго не буду занимать ваше внимание. Хочу только представить, собственно, мы пригласили двух ведущих, Наталью Рябчику, потому что она киновед и историк кино, и как бы будет отвечать, мучить нам Ихильча по поводу Эйзенштейна, и Екатерину Лямину, которая, собственно, филолог, историк литературы, и будет задавать какие-то каверзные вопросы по поводу Пушкина. Вот. И а, у нас есть замечательная презентация, которую нам и Хильич подготовил. И поэтому мы все-таки пойдем как-то по блокам, да, по структуре книги. Начнем с кино из Эйзенштейна, поэтому а, насчет Натальи, потом, а, собственно, перейдем к Пушкину. Ой, еще забыла сказать, что а, над этой книгой работали, конечно, не только моя коллега Марина Седакова, но еще и Ирина Щеглова, редактор, Антон Парамонов, который здесь корректор. И э, дизайнер книги замечает Наталья Орлова, которая, собственно, делала и мемуары Эйзенштейна, для 21 века. Как-то вот она у нас отвечает за Наумы Хильча в отделе. Вот. Я всем им тоже очень благодарна. В общем, мы действительно этой книжкой очень гордимся. Сегодня она продается в книжном со скидкой 10%. И, кстати, онлайн тоже. И в конце мы принесем нормальный стол человеческий. И нам Ихильч всем желающим книжку подпишет. Вот, спасибо вам большое и слово Наталье тогда. Если можно, я два слова скажу до Натальи. Я хочу начать с объяснения в любви. Это правильное начало, по-моему, для любого дела. Но вот в данном случае, если бы не было такого ощущения единства и взаимопонимания с этой редакцией, я не знаю, сел бы я за стол или нет. Я не очень писучий человек. И считаю, что... Вот я плохо пишу, но тем не менее, как-то меня уговорили люди, которые благожелательны прежде всего. Первое качество, наверное, которое должно быть вообще в человеке и в обществе, это расположение друг к другу. И, конечно, то, что я почувствовал на первых наших изданиях как-то вдруг меня убедило в том, что можно там собрать какие-то старые статьи, написать новые, как-то из этого что-то такое слепить. Я хочу признаться всем, кто работал над этой книгой, в абсолютной любви, в абсолютной преданности. У меня редко бывало такое ощущение, знаете, когда хорошо удается игра в волейбол, когда мяч летит прямо тебе в руки, и ты посылаешь, и ты знаешь, что его отобьют, вот ощущение счастья. Вот я был в этом ощущении счастья, я вспомнил старых зарастрийцев, этого Армузда Аримана, который придумали теннис, да, и летело из света в тени обратно. Вот здесь было это ощущение абсолютного единства. Я хочу при всех поблагодарить... И в целом гараж и Антона Белова, который благословил эту книгу директор гаража, и особенно издательский отдел, и Ольгу Дубицкую, и всех моих коллег, вот тут только из них Антон Парамонов, Антон, вот человек, который, на мой взгляд, идеальный редактор и корректор, его чувства русского языка абсолютно. Когда он мне говорил, нет, так написать нельзя, я исправлял немедля. Я уж не говорю о том, что замечал малейшие какие-то оплошности и в синтактике, и в, э, даже иногда я не очень отдавал себе отчет в том, почему он прав. Я верил абсолютно, а потом обосновывал. Вот просите меня за такое вступление, я, Наташа, опередил вас, но в данном случае я не мог не сказать чувство благодарности и чувство любви. Спасибо вам также, что вы пришли сегодня. Спасибо. Спасибо. Ну а теперь, собственно, да, мы начнем с Эйзенштейна и начнем с приноса Потемкина. Я сейчас вот даже в том, что вы сказали, услышала ответ на вопрос, который даже мне не нужно задавать, почему Эйзенштейн. да? Вот э, вы упомянули и Риманда, игру Света в тени. Я знаю, что это у Эйзенштейна написано, что все это все можно найти себе у Эйзенштейна. Но вот для наших слушателей, для слушателей, которые будут смотреть или смотрят сейчас в интернете, начать с Бриноса Потемкина и с его статуса в мировом кинематографе. Долгое время в советских источниках писали величайший все фильм всех времен и народов, потому что это был опрос в Брюсселе, кажется, в 50-е годы. Действительно, опросили какое-то количество кинематографистов, и Потемкин был номер один. Совсем недавно, буквально, наверное, недели-две или полторы назад, прошел очередной опрос, вернее, его результаты вывесили Британский киноинститут и журнал Sight and Sound. Uh, около полутора тысяч критиков и сколько-то режиссеров составляли свои списки. Они это делают раз в 10 лет. Вот в первом списке uh, в 1952 году принос Потемкин был на четвертом месте. Uh, он 70 лет держался в первой десятке по опросу критиков. Uh, в 2012 году первый раз он спустился на 11 место. Тогда это была сенсация. Тогда же «Человек с киноаппаратом» Зиги Вертова вошел в сотню. Впервые тоже была сенсация. В этом году принос Потемкин опустился на 54-е место. И э, вопросов тут можно задавать много. Да? Что происходит с канонами, что происходит с тем, что смотрят люди, что происходит с историей кино. Но, может быть, вот ответить тем людям, которые исключили, приносит Потемкин, из своей десятки, и таким образом опустили его аж на 54 место? Ну, ответить можно по-разному, конечно, не начиная с того, что сейчас вообще русское искусство считается где-то там на периферии по многим причинам. Не будем сейчас обсуждать их. А дело в том, что это обычный процесс истории. Знаете ли вы, что Шекспир был забыт на 300 лет? Бах был вытеснен своими сыновьями, потом Моцартом, и Баха нашли заново. Там Мендельсон на рыбном рынке нашел бумагу, в которую завернули ему рыбу, оказалось, что это страсти по Иоанну. Понимаете, ситуация в том, что искусство действует не только по преемственному принципу, но и часто отрицанием предыдущего этапа. И совершенно понятно, что Потемкин, у которого есть слава знаменосца революции и проявление левой идеи в искусстве, он, естественно, в ситуации кризиса левой идеи, он все время ассоциируется с тем, что ушло со вчерашним днем. А вот сегодня нам важно иметь science fiction, да, и то, что он, сериалы, да. Все это на самом деле будни, которые уходят, и Потом приходит вдруг время, и люди опоминаются, и по-разному опоминаются, по-разному возвращаются художники. И вдруг так из темного веков выплывает начало прерафаэлиты, обнаруживают, что до Рафаэля тоже была хорошая живопись, вроде бы. И там был какой-то Леонардо, и Джотто тоже какой-то. И вдруг оказывается, что была средневековая великая культура, которая не отменилась Ренессансом. И она оказывается столь же нам необходимо, как и античная, к которой обратился Ренессанс, оттеснив средневековую. И так далее. Романтики, которые вернули, скажем, ту же средневековую, а потом символисты, они фактически не просто нашли да, где-то археологические раскопки, они оживили какие-то идеи, какое-то мировосприятие, которое было связано с, этим, с этой эпохой искусства. И то же самое с Потемкиным. Существует определенный штамп восприятия. Вот то, что у нас писали во всех учебниках, что Эйзенштейн сделал фильм Потемкин, который стал знаменосцем социалистического реализма. Правда, сам он социализм не заслужил, потому что у него нет образа человека. А вот Пудовкин, который создал образ матери, там уже была психология, и поэтому он шел в сторону соцреализма. И Эйзенштейн только такой притеча. И вот все, что на, нас, чему учили в Авгике, тому, что Эйзенштейн, конечно, с одной стороны первооткрыватель, или, может быть, надо сказать, что это не броненосец Потемкина, а ледокол Потемкин, который проломил значит, блокаду нашему кино в Европу, а потом в Америку. А вместе с тем вот он недостаточно. Он все на монтаже, который устарел, а сейчас очень много людей говорят, что надо снимать непрерывными кадрами, и этот рубленый монтаж изенштейна кубистический, как иногда говорят, монтаж, он относится к определенному раннему периоду немого кино. Или типаж. Вот у него там нет персонажей разработанных, у него там нет актерской работы, и поэтому это еще только зародыш будущего зрелого кинематографа. Потом проходит время, и вдруг оказывается, что не так уж это все недостаточно, и это своя система, и определенный угол, Зрение, который предложен Потемкиным, ничем не замещен, и больше того, он не только не устарел, а он нам помогает вдруг сегодня увидеть нечто, что кажется э, открытием. И вдруг оказывается, что Леонардо прямой предшественник современной живописи и так далее. Поэтому то, что он сейчас на 104 месте, ничего не значит. Это Вообще вся эта история с голосованием, социологией, это, в общем-то, игры, игры киноведов, и дай бог им здоровье, пусть играют. Не надо, не надо только относиться к этому как к определенному научному эксперименту. Это не научный эксперимент. Это фактически даже не социологическая картина. Социологический опрос предполагает большее количество, как неудивительно, э э респондентов. Это надо и зрителей опрашивать, и тех, кто увидели это, а не только профессионалов и так далее. Поэтому я могу сказать, подождем потом пару сотен лет и посмотрим на Потемкина оттуда. Ну вот вы говорите, что есть некое ощущение, что про Потемкина все понятно. Все уже за столько лет и рассказали, и увидели, и проанализировали. И тем не менее, вы включаете в книгу пять целых текстов о Потемкине. А, и я предполагаю, я уверена, что этого тоже недостаточно Конечно. для того, чтобы его как-то действительно понять, охарактеризовать и так далее. Вы приводите там в том числе слова Данты о нескольких уровнях чтения. А, и, может быть, сейчас как раз можно показать один из примеров того, как можно читать один небольшой фрагмент и из да, него вот здесь выводить что-то большее на да. экране. Я как раз хочу показать э, такой пример того, как я довольно долго не понимал сам, что, собственно, это значит. Как нас учили, значит, Потемкин разделен на пять актов, сам Эйзенштейн это разделил на пять актов, каждый акт имеет свое название, давно замечено, что это структура античной трагедии, пятиактная античная трагедия с катарсисом, с золотым сечением. Все, что полагается, в общем, классической трагедии, соблюдено в драматургии Потемкина, который родился, как Эйзенштейн говорил, как Венера из пены морской. Был огромный замысел э, фильма «905 год», и вместо него вот получился Потемкин. Однако вот это, как бывает при вдохновении, вдруг... Все легло на свое место, и все разрешилось. И вот этот маленький кусочек – это финал первого акта, который называется «Люди и черви». Как нас учили и как мы это воспринимаем, простите, по сей день. Как все знают, значит, на потемке начался бунт, потому что их пытались накормить борщом из червивого мяса. Действительно, это подлинный факт исторический, и мы это воспринимали как чисто документальное обозначение «люди и черви». Там на палубе разворачивается действие вокруг червевого мяса. И я, честно сказать, довольно долго воспринимал это вот таким же образом абсолютно служебно. Да? Это описание ситуации, с которой все началось, «люди и черви в мясе». Пока однажды я не наткнулся в архиве Эйзенштейна на выписку из стихотворения Державина. Правда, он перепутал, написал Ломоносов, но это была случайная ошибка. Державина, где была из его знаменитой оды «Бог», «Я Бог», «Я да, вы помните, это, наверное, замечательное, где вдруг сопоставляются «Я червь», я Бог, я червь». Боже мой, подумал я. Как странно. Причем это не один раз выписано, а один раз в 30-е годы, а потом в 44-м году снова записано его почерком. Вы сейчас увидите этот автограф на экране. Это для меня был таким первым звоночком, что ну, не случайно он к державину апеллирует. Что-то это да значит. Я царь, я Бог, я червь. Да? И когда я вдруг да, а параллельно меня попросили рассказать о кубистическом, о влиянии кубизма на Эйзенштейновское творчество. И я вот выбрал этот эпизод в финале первой части, где матрос моет, матросы моют тарелки после сытного офицерского обеда, который был, конечно, не связан с червевым мясом. И вот матрос вгне, находит вдруг там на тарелке кусок молитвы, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И дальше, как Эйзенштейн построил, собственно, реакцию этого матроса. Действительно, такой кубистический монтаж. Мы сейчас увидим, почему. И вдруг все сомкнулось. Я попробовал это описать. Я вам сейчас хочу представить. Это вот первый. Значит, самый первый акт начинается с такого маленького пролога в Кубрике, где Боцман пробирается между, выслеживая неблагонадежных, которые агитируют уже за революцию, начавшуюся в России, и, поскользнувшись, срывает свою злобу на молоденьком, вот справа, видите, матросы спят в гамаках, они висят в воздухе, которые качаются, и это тоже немножечко, как ни странно, рифмуется с этим э, червями такими, люди, превращенные в червей, и он бьет, вот здесь, по спине молоденького, срывая зло, потому что не, не выследил запу, зачинщиков, вызывая гнев этого молоденького. Это актер, тогда еще типаж, Иван Бобров, он потом стал профессиональным актером, а в этом фильме он еще не профессионал, его Эйзенштейн выбрал. И вот я хочу показать вам, как развивается дальше. Дальше значит, на эм, палубе сталкивается этого Кулинчук, который падет жертвой первый, кто крикнет, остановит расправу с матросами и крикнет караулу братья, в кого стреляешь? Это вот второй акт, но это мы этому это посвящен второй этюд. Но пока мы видим его смотрящего на доктора, вот врач Смирнов справа с офицером указует на червивое мясо через свое пенсне и Показывая на червей, говорит: это не черви, это личинки мух, можно смыть рассолом. Это тоже подлинная цитата, которая зафиксирована была матросами, дававшими показания случившимся. И вот тот эпизод это все кадры финального эпизода этой первой части, где матросы моют в тарелке дневальные. И вот тот же самый молоденький, с которого начался этот акт. Видите, вот он читает, поворачивая тарелку, и в самом конце он ее разбивает. У вас полное ощущение, когда вы смотрите, это длится секунды буквально. Очень короткие кадры, и у вас полное ощущение, что разбилась тарелка. Но тарелка была взята у владельца под честное слово, что ее не разобьют. Здесь на самом деле разбито действие, действие этого матроса, который, смотрите, как он снят с разных точек зрения, с нескольких ракурсов, выкадровками, то средним планом, потом более крупным, потом снова средним, потом э, поднятая рука, потом глаза. Видите, это разные части человека, которые стал, сталкиваются одновременно в нескольких перспективах, что абсолютно противоречит нашей европейской живописной традиции, как мы думаем, хотя на самом деле у того же Рафаэля, у того же Леонардо совмещены несколько э, перспектив в одной картине, но тем не менее вот здесь нарушение всех абсолютно законов э, реалистического, скажем так, письма, чтобы создать впечатление этого гневного, разбивание тарелки и в то же время ощущение, что разбивается сама тарелка. Разбито на самом деле действие. Да? Что делает, на что ссылался Сергей Михайлович? Он говорит, что вообще на самом деле живопись этим пользуется очень часто и очень умело, когда это великий художник. И вот что, например, сделал Серов, Валентин Серов, который великий, вот знаменитый портрет Ермоловой – Смотрите, как он проанализировал этот портрет Термола. Он говорит: у нас ощущение величественной женщины, да, героической актрисы, действительно трагедийная актриса Малого театра, которую Москва носила на руках в прямом смысле слова. И вот смотрите: подол мы видим как бы сверху: да? он лежит на полу, и там немножечко верхний ракурс. Потом мы видим, а голову, голову мы видим как будто снизу. Она отражается в зеркале. И мы видим потолок, да? И она как... снята явно снизу. А центральная часть фигуры света как бы прямо. И если вы... Вот из-за того, что я нарисовал схему, здесь совмещены на самом деле четыре точки зрения, а полное ощущение реалистического э, портрета. Что сделали кубисты? Кубисты пошли дальше. Вот эта знаменитая Эйфелева башня. Делане, который сначала нарисовал ее вот таким образом с фикусами на первом плане, а потом решил показать ее сразу с несколькими ракурсами. И вот смотрите, здесь она одновременно и сверху, и снизу, и сбоку, и у вас изломанная Эйфелева башня, которая синтезирована заново. И это вот такой принцип кубизма, который совмещает открыто разные ракурсы, сталкивая, нарушая, естественно, реалистическую письмо, но, тем не менее, создавая новое ощущение в этой вознесшейся вверх башни. Надо сказать, что сам Делане потом отошел от этого. Айзенштейн, да, говорил, что кино чем замечательно, что оно, не нарушая конечного реалистического эффекта, может добиться того же самого, что хотел Делане. То есть его даже такая экстремистская, казалось бы, секвенция, как разбитие тарелки, не создает ощущения нарушенного реализма. Сам Делане потом сделал серию. Вот он сделал, видите, только сверху и сбоку, потом снизу и сбоку. Вот он перешел уже к более реалистическому показу. А что Эйзенштейн сделал, имел в виду, кроме Делане? Он еще ориентировался на Дискобол. Вот этот самый матрос, который разбивает тарелку, он же от, производит движение Дискобола. Это великая, значит, скульптура э, античная, которая, извините, не просто так решил поиграться с античными э, образами, да? Дело в том, что его дядя, генерал Бутовский, был инициатором Олимпийского комитета в России. Он пробивал участие России в Олимпийском движении в конце XIX века. Он с большими трудами смог пробить консерватизм царского правительства, и в России появился Олимпийский комитет. И дискобол был выбран в качестве символа Олимпийского движения. Это был как бы идеал человека гармоничного. Для Эйзенштейна это была, простите, такая семейная история, не просто образец хорошей древней скульптуры. И Эйзенштейн фактически создал кубистическим монтажом, воссоздал движение дискобола. Но дискобол как символ гармоничного человека, вот та самая... Помню, я говорил об этом автографе из Эйнштейна. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Это в 1944 году, 7 -го февраля он записал очередной раз. Вот здесь человек, который богоподобен, и это и есть альтернатива, которая стоит перед каждым человеком. Ты кто? Ты человек или ты червь? Ты царь или ты раб? И вот эта альтернатива, где в маленьком матросе, который новобранец, вдруг просыпается человеческое начало, когда он разбивает эту лицемерную тарелку, где написано Хлеб наш насочный дашь нам днес. Это фактически молитва всех, а достается только немногим. И вот таким образом. Дальше, что оказывается, когда смотришь Потемкина, оказывается, что эта тема червей, она проходит потом. И сам врач, который отрицал, что это червя, видите, он превращается в червя сам, когда он уползает во время бунта, он боится, что его выбрасывают, действительно, его выбрасывают в море, и остается только его пенсне, через которое он смотрел на этот пейзаж. Сюрреалисты, кстати, не зря говорили, что мало кто осмеливался показывать червивое мясо крупным планом на весь экран. Он говорит, но это на самом деле, как писал, между прочим, Бретон, по-моему, один из руководителей сюрреалистического движения, это пейзаж прогнившей России, а не просто пейзаж кусок мяса. И вот здесь оставшиеся от пенсне, оставшиеся от врача, это знаменитый метафора, которая потом вошла во все учебники, как сам Эйзенштейн говорил, парс про то, то часть вместо целого. Но вот смотрите, что происходит с этим маленьким человечком, который хотел стать человеком, да? из э, червя. В конце, когда они встречаются с эскадрой, вдруг Эйзенштейн делает такую странную деталь. Этот матросик молоденький одевает на себя офицерский китель, и перед встречей с кадром он спит в кителе, и его останавливает Матюшенко, другой руководитель восставших, и заставляет китель снять. Это такой маленький, маленький штрих, да? Но тем не менее, вот это а, торжество якобы победителей, которое превращается в коррупцию, превращается в, а, в попытку присвоить себе чужое, он не имеет права на этот китель. И вот такой маленький штрих. Но тем не менее, вот здесь он становится, может стать червем. Понимаете, то есть таких вот деталей в потемке, они очень много, и их промахивают, их не замечают. Они как будто тонут в этом невероятном темпераменте всего фильма. На самом деле фильм полон такого рода э, откровениями, если хотите, или такими намеками, которые углубляют внешнюю чисто событийную сторону картины, и фактически выносит на поверхность главную. И вот смотрите, это, это знаменитое его выступ... интервью, которое он дал в Германии после невероятного успеха фильма. Вот он, «Меня упрекнули в том, что Брайносис слишком патетичен, но разве мы не люди?» Я выделил жирным. «Разве нет у нас темперамента? Разве у нас нет? Нет у нас страстей, разве нет у нас задач и целей? Успех в Берлине в послевоенной Европе на заре все еще зыбкого и неуверенного статус-кво должен стать призывом к жизни на земле достойной человека. Разве не оправдан этот пафос? Надо поднять голову и учиться чувствовать себя людьми. Надо быть человеком, стать человеком. Не большего и не меньшего требует тенденция этого фильма. То есть, оказывается, фильм-то совсем не столько о восстании на Потемкине, сколько о том, как можно стать человеком, если поднять голову. А вот как раз вторая часть, второй этюд, это о том, как Вакулинчук поднимает голову, в прямом смысле слова жест поднятия головы, и находит единственное слово, которое может остановить смертоубийство таких же людей, как ты. «Братья, в кого стреляешь?» И это «Братья» становится литмотивом всего фильма и кончает фильм тоже, где эскадра и Потемкин отказываются стрелять друг в друга. Они идут друг другу навстречу. Ситуация, где нас все время учили, что главное – это классовая борьба. Где говорили, что Потемкин – рассказ о том, как поднимать восстание против э, подавления человека человеком, вообще против несправедливого порядка. Но оказывается, что фильм-то, Эйзенштейн нашел единственный момент в революции пятого года, где две противоборствующие стороны отказались стрелять друг в друга. И фильм-то об этом. Фильм о том, что можно достичь братства, если отказаться стрелять друг в друга. То есть оказывается, что фильм совсем не о том, о чем нам говорили в школе. Да? Извините за такой долгий ответ, но это, в общем... Просто один из примеров того, как можно прочитать фильм заново, если отрешиться от штампов, от представлений, которые сложились тогда. Ведь зритель не только не досматривает фильм. Вот Шкловский говорил: мы не досматриваем кино, там слишком много информации на экране, надо пересматривать много раз. Но дело не только в этом, а дело в том, что мы определены о своей своим воспитанием, моментом, когда мы смотрим, условиями просмотра, тем, что написали критики, критик мог и неправильно оценить. Да? И вдруг оказывается, что сложилась какая-то легенда о фильме, которую фильм заслонила. И мы руководствуемся вот именно этими мнениями, а фильм-то мы и не видим, и видим сквозь этот фильтр. Поэтому надо кино пересматривать, как и перечитывать книжки, как и пересматривать живопись, потому что они живут в своем времени, потом они живут в следующем времени, и они все время поворачиваются другой стороной. Вот это, мне кажется, что вот этот пример для меня был, ну, в каком-то смысле, таким окриком. Правильно ли ты понимаешь кино? Извините, Наташа, так долго говорил. По-моему, замечательно и совсем недолго. А, Тоже Шкловский говорил, я хочу знать номер этого паровоза. Он, правда, говорил это про другого кинематографиста, но тем не менее. А вот Сьюзен Зон так говорил, что нам нужно учиться хотя бы описывать то, что мы видим. Не свои какие-то измышления по этому поводу, а для начала то, что, собственно, на экране присутствует. И вы как раз сейчас говорили о том, как даже не пересматривать, а просто смотреть нам нужно. А, а на наше смотрение часто влияет не только ситуация просмотра или наши какие-то заранее узнанные штампы об этом, но и знание о каких-то вещах вокруг создания фильма. Например, мы знаем, что это типажи. Мы знаем, что это не профессиональные актеры. поэтому мы не обращаем внимания, что это один и тот же человек. Мы не прослеживаем то, что мы не знаем, как его зовут. Вот вы сейчас его назвали, да? а он проходит безымянный, безымянный да. абсолютно. Да, да. И я никогда не замечала, что это один и тот же человек. А получается, что Эйзенштейн хочет, чтобы мы это видели, несмотря на то, что он как бы работает в, в этих параметрах массового кино, героя массы, отсутствие э, главных героев, отсутствия имен и так далее. Он э, оказывается куда многообразнее, чем даже сам об этом говорит. А, и э, здесь я хочу сделать какой-то переход а, к следующей части книги к совсем другому уже кинематографу Эйзенштейна, когда он переходит к актерскому кино, как опять же, как считается, да, переходит к роли личности в истории, роли истории в личности, в становлении личности, в ее преображении и так далее. Я говорю, естественно, о бывании Грозном. И для историков кино, для изучающих привычно, опять же, собственные слова Эйзенштейна, его собственное внимание к вот этим двум точкам в его карьере, начало и финал. Конечно, он, когда пишет, еще не знает, что это финал, но то, что он, говоря об Иване Грозном, очень часто говорит, в том числе о Потемкине, mm -hmm. и строит это сознательно, как такие вот ä, bookends, да, точки своей карьеры, очень важные, ключевые. Конечно, влияют на. То есть я понимаю логику постановки этих частей в книге. Но почему для вас было важно, опять же, вот сделать про, собрать статьи про броненосец и собрать статьи про Грозного? Что мы там не видим? Что еще можно увидеть? Ой, это фильм такой, что он неисчерпаем. Дело в том, что про Грозного существует огромное количество литературы, и тем не менее, вот чем больше пишется, тем больше хочется дальше копаться. Во-первых, фильм не окончен. Да? Фильм без третьей серии – это все равно, что мы бы Гамлета не знали последних два акта. Да? Чем кончается Гамлет, мы не знаем. Вот чем кончается Иван Грозный, все думают, что кончается тем, что Грозный убил своего двоюродного брата значит, Владимира Старицкого, сбросил шубу в конце и говорит «Руки свободные! Теперь на Европу!» И он говорит на Европу «Теперь мы обратим наш мяч против тех, кто извне посягает на единство земли русской и величие земли русской». Это абсолютно почти пародийный э, финал. Эйзенштейн сделал, все говорят, Ух, что же там Эйзенштейн прямо в духе в, э, холодной войны. Он не в духе холодной войны, это вообще почти пародийное и в то же время обличительное по отношению к Сталину, который в это время как раз противопоставлял Советский Союз всему миру. И это абсолютно сознательно сделано, потому что Эйзенштейн понимал, что после его победы раз, э, уже разрушено единство союзников. И там чисто декларативно Иван почти как в агитке, за ним опричники выбрасывают сабли, и все считают, что вот и это финал Ивана Грозного. Нет, это не финал. Это перед третьей серией, где должна была быть как раз Ливонская война, которую Сталин требовал как победную, выход к Балтике. И как бы закрывая глаза на то, что через две недели Иван Грозный Балтику потерял, выход к Балтике, надо было делать триумф, да, триумф самодержца. И совершенно не собирался делать триумф самодержца, у него в третьей серии, это серия страшного похода на Новгород, гражданской войны фактически в России, где на невинных совершенно людей в Новгороде, на последний остаток вольницы на, Роси, на Руси, она брушивает свой гнев, свое зверство. Потом поход на Ливонию, и там почти пародийно, как Портос, значит, малюта гибнет под рушащимся замком, на него прямо замок падает, и он прямо цитирует иронически Дюма, а, в кон... а, а, а падая уже под тяжестью этих блоков Малют должен был кричать бывшему царю который стал новым любовником Ивана вместо убитого Федьки Басманова. Он кричит ему, стяг Грозного в небо воткни. То есть, та самая главная тема Ивана Грозного, как самодержец, пытается заместить собой Бога, который считается, что он Бог на земле, а там, глядишь, он свернет и Бога в небе. Это тот самый страшный грех хибрис, которым греки считали, что самый страшный грех, когда человек считает себя богоравным и вершителем судеб, судеб страны, судеб других людей, судеб земли в целом, он совершает самый страшный грех и будет за это наказан. Наказан многократно и в своем поколении. И фактически Иван Грозный именно об этом, о грехе самодержца, который претендует на то, чтобы быть автократором. А автократором значит пантократором. Вы знаете, да, что в соборах в центре всегда изображен Господь в виде пантократора, властителя Вселенной, и вот автократор, который, естественно, становится панта кратером и гибнет. Собственно, фильм об этом. И у нас очень много материала есть, который нарисован Эйзенштейном. Фактически весь фильм Эйзенштейн нарисовал, но нарисовал не кадры, как думаешь. Вот он нарисовал кадры, а потом по ним снимал. Никогда он этого не делал. Он рисовал мотив. Чаще всего это вертикальные рисунки, где мотив потом преображается в кадр. Я стал вот смотреть, как Сергей Михайлович плетет эту тему, как она начинается, каким образом она развивается и как она, естественно, приходит к своему финалу. Мы можем опираться на литературные материалы. Эйзенштейн не только рисовал, он делал огромные выписки из э, историй Карамзина Ключевского и других историй. Он э, выписывал свидетельства современников. Он изучил огромный материал. У нас есть архив, который еще не издан. Кстати говоря, и сценарий Грозного еще не издан по-настоящему, потому что даже в шеститомнике напечатали то, что было цензурировано при Сталине в 1944 году. Мы до сих пор не опубликовали полный текст сценария Ивана Грозного. К этому сценарию Эйзенштейнович написал комментарий – он опубликован не полностью. А, рисунки пол больше половины не напечатаны. И кроме того, есть срезочки, во-первых, кадров, которые сняты были для третьей серии. Ведь он снял почти 20 минут третьей серии, потом это было уничтожено в 1951 году, когда Иван Александрович Пырев заявил, что он будет снимать правильного Ивана Грозного, не так, как Эйзенштейн. Значит, было приказано смыть все, что Эйзенштейн снял. И сня смыли 40 минут, 20 минут снятых, уже смонтированных для третьей серии, правда, без музыки, Прокофьева с черновой фонограммой. И немые, не смонтированные эпизоды. В общем, это страшная трагедия, на самом деле, нашего кинематографа, то, что произошло. Но, тем не менее, есть хотя бы срезочки. И есть срезки ранних вариантов тех эпизодов, которые вошли в фильм. И это надо изучать, так же, как мы изучаем черновики писателей, как изучаем черновики Пушкина, в частности. И вот это как раз то, что ждет исследователей. И мы были, собственно, первыми, кто увидел эти материалы после смерти Эйзенштейна. Нам показала вдова Эйзенштейна, монтажер из Фельдобок подарила нам эти срезочки. И вот сейчас приходит новое поколение, я очень надеюсь, что вот Наташа и следующее поколение, они найдут там еще много всякого. Но я бы хотел сейчас показать вам одну сцену. Это, значит, конец первой серии. Знаменитая сцена, и, наверное, все знают этот кадр, где Иван Грозный, такой профиль, нависающий над... Это такой эмблематичный кадр, который воспроизводится во всех учебниках, где угодно. Это стало как бы маркой фильма. Я бы попросил сейчас показать, если можно, фрагменты с фильма, потому что вот, да, чтобы почувствовать. Здесь нет последней фразы «Ради русского царства великого». Но там интересна очень деталь. Видно смыкание губ у Черкасова, потому что поначалу не в Москву скакать, а на Москву скакать. В собственную столицу, как на покоренный город. Но его заставили пере переозвучить, потому что чуткое ухо цензора уловило тут двойной смысл, а на самом деле, что было, на, в общем-то, в реальности – Действительно, это был хитрый ход Ивана, который был венчан, да, на царство, казалось бы, правда, не было богопомазания, но это другая история. И Иван решил, что ему мало того, что его митрополит, то есть, в общем, патриарх венчал, надо, чтобы народ его выбрал, и тогда он получает полноту власти. То есть такое псевдодемократические выборы. И он действительно покинул Москву, уехал в Александрову Слободу и заявил, что во всем виноваты бояре, вот они его бедного затравили, и вот если он уходит туда, и пусть теперь бояре сами правят, а народ натерпелся от этих коростолюбых, коростолюбивых бояр, и естественно, что они организовали, тут же его агенты организовали поход на, в Александрову Слободу, и Александра позвали обратно. И это стало фактически основой его абсолютно чудовищных казней, невинных людей для того, чтобы запугать всех остальных. И так началась тирания Ивана с учреждения опричины, потому что еще опричников там в Александровой Слободе учредил. Таким образом, появилось это самое войско, опричное, особое, какое специальное войско да, Ивана. Так вот, дело в том, что Сергей Михайлович сделал эту вот сцену. Поначалу он очень долго искал, как это сделать, каким образом представить, собственно, этот демагогический страшный ход начала Иванова самовластия. Потому что первый период, как все историки пишут, Иван отличался, во-первых, большей терпимостью. У него были советники, был Сильвестр, Адашев. В общем, у него были нормальные советники, он проводил более-менее разумную политику, а потом началось мрачение, которое привело к, э, к самовласти Ивана. И вот я хочу показать вам вот этот самый кадр, формульный кадр Ивана, как он родился. Эйзенштейн его не планировал. Он поначалу снял вот в этом варианте. Видите, смотрите, как он снимает. Он снимал Ивана не в шубе, во-первых, а в э, такой э, рубахе черной, псевдомонашеской, где Иван прикидывается богопослушным на самом деле, будучи уже как бы соперником Господа Бога. И вот Иван, который прикасается с крестным ходом, где мы видим и бояр, и его Старицкую, да, мы видим здесь Пимена, который его противник, мы видим здесь э, Мещан Купцов, и Иван, который в конце... Видите, вместо этого сверхкрупного плана, мы, им, там есть крупный план Ивана, но чуть-чуть другой, чем тот, который мы считаем формулем. Вот и самая стопа Иванова, сапог, который попирает э, группу Бояр, Иван обретает всеобщую власть. Да, вот смотрите, какой образ Зузенштейн сначала нашел и отказался. Он понял, что это его завело в тупик, потому что дело совсем не в том, что Иван может своим, это, кстати говоря, мягкий кавказский сапог, это сталинские сапоги, так называемые без каблуков, он дал Ивану Грозному именно сталинский сапог. Вот он сначала вот придумал это, он очень долго искал вот этот образ, как сделать. Вот он нарисовал перед съемками ивана в двух обликах вот иван в шубе где силуэтом он как бы повторяет как святого на фресках он играет святого и держа в руках впрочем уже жезл да? или иван э, в виде монаха но при этом у него такие огромные рукава странные для монашеской рясы хотя на самом деле делали тогда рясы с такими э, крыльями ангелическими, как бы. Но здесь это сатана явно, это такая страшная птица нависшая. И он пытался выбрать между этими двумя образами, снял сначала первый вариант, как во втором в нижнем рисунке, а потом переснял заново и сделал совершенно, отказался от всех этих бояр, от всех этих дроблений на части, на классы, то, что было. И вот сравните, в первом варианте он изменил грим Ивану. Здесь он еще грим с этим византийским завитым хохлом таким сзади. Это не случайно, это как бы намек на худоносора которым потом во второй серии назовут Ивана. Но главное вот что – он изменил обрез кадра, потому что Эйзенштейн говорит отнюдь не только словами в этом фильме, отнюдь не только действием, отнюдь не только актерской игрой, но и сам пластика кадра, но и музыка, но и эм, все, что связано с деталями в этом фильме. Это особые языки. Вот обратите внимание, что сделал Эйзенштейн. Он фактически сдвинул Ивана вправо, выкадровав его лицо, и на что это, с чем это ассоциировалось у него? Во-первых, это знаменитые средневековые изображения, где обычно Господь Бог с неба смотрит на землю. Да, вот видите, это, вот, это знаменитая плач Богородицы, где отец смотрит на сына, ставшего жертвой. И это од, одна сторона... И знаменитый образ Хиросига, где коршун выглядывает жертву на равнинах Японии. Вот синтез двух этих начал, где Иван как бы замещает собой Господа, но являет при этом собой коршуна, вот привел его к тому кадру, который считается, что он вот родился спонтанно. Он не спонтанно, конечно, родился, но он во время съемок родился. И мне говорил фотограф Домбровский, что они долго очень волновались, хватит ли короткофокусного объектива, потому что короткофокусный объектив, который дает одинаковую резкость переднему и заднему плану, тогда самый короткофокусный был 28 градусов. А сейчас уже есть и 12, и рыбий глаз, так называемый, 9. Но Тогда это был самый такой короткофокусный и великий оператор Эдуард Тисе, который смог найти такую точку и такую обработку и такую пленку, кстати, это был кодок американский, чтобы были одинаково резкими передний и задний план, точно выбран. И Черкасову нужно было так опустить голову, чтобы точно вписаться в этот силуэт изгибающегося крестного хода. Черкасов был великий актер, действительно. И пластик по натуре, он еще был клоун. Он замечательно танцевал, у него был эксцентрический характер, его дарование. И он точно запомнил, до какого места надо наклонить голову. Они два раза -по порепетировали, сняли, проявили, убедили, что все правильно. И Эйзенштейн вокруг этого построил сокращенный и очень такой компактный Эпизод, где мы действительно видим, как Иван, обратите внимание, опять же, музыка, в тот момент он кланяется, он согласен, народ говорит, вернись, отец родной. Это, простите, именование Сталина тоже, отец народов, да? Вернись, отец родной. И Иван, кланяясь, как бы в согласии, открывает глаза, и в этот момент вторгается музыка Прокофьева, эта тема надвигается гроза там в, после этого смиренного хора входят э, духовые медные и начинается тема ивана грозного после которой в Москв, на москву скакать все москва покорена потом вот по этому же силуэту в третьей серии должны были опричники точно таким же, такой же змейкой, как здесь крестный ход, двинуться на Новгород, чтобы подавить последний остаток российской вольницы. Изенштейн делает специально такие рифмы, да, пластические. То есть надо этот фильм еще рассматривать как поэтическое произведение, а не просто как нарратив, такой рассказ о сюжете. Ну, в общем, вот этот эпизод к третьей серии. Вот он нарисовал, как безмолвный поход. Иван уже внизу, потом он будет во время исповеди в Благовещенском соборе, он будет каяться, и над ним будет Саваоф, как бы в вершащий страшный суд. Иван спрашивает, прав ли я? И фреска молчит, и тогда Иван швыряет в Бога посох. Мы все знаем, что он бросил посох в сына Ивана, да, вот по картине Репина мы все знаем этот жест Ивана, который посохом расправился с целой династией, это был конец династии фактически. Но Эйзенштейн изменил адрес этого броска, и у него посох летел, эта сцена была снята и была уничтожена, к сожалению, ее смыли. Вот это, говорят, было смотреть просто невозможно, что бесконечный синодик убиенных был за кадром, и вот Иван, который бросал в Бога посох, вот тот самый грех Хибрис, и потом падал э, с разбитым посохом в бессилии. И вот самый финал третьей серии, где Иван в первой серии говорит, отныне хозяином русской земли буду я один. Вот конец. Хотел быть один на попелище. Вот это финал Ивана, который так и не был, к сожалению, снят. Извините, это уже Пушкин. Да, я сейчас попробую назад. Да. Но мне кажется, что мы как раз уже можем Пушкина переходить. Извините, я так очень долго отвечаю. Да? Идеально. Конечно, кино и кадры, и тем более наброски Эйзенштейна чрезвычайно магической силой обладают, и все видно. С Пушкиным немножко по-другому, там слова. Я с невероятным интересом прочла то, что вы написали о Пушкине. Но давайте тем, кто пришел, немножко расскажем, вокруг чего вы концентрируетесь и почему. Ну, то есть не почему. Понятно, что вы выбираете Евгения Онегина как кристаллизующий текст пушкинского стихотворного наследия. Но вот все-таки как вы пришли к необходимости столь пристальное внимание уделить путешествию, странствию Онегина – и, как я понимаю, это стало некоторым стартовым пунктом вашим. Не могли бы немножко прокомментировать вот этот ход вашей мысли, пожалуйста? Ну, я начал с того, что пошел учиться у пушкинистов, потому что это самая такая у нас развитая, я бы сказал, самая могучая текстологическая школа. Киноведение фактически молодая наука, и у нас еще кинотекстология в зачаточном состоянии до сих пор. Мы до сих пор не очень точно знаем, как надо реставрировать фильмы, как надо обращаться с подлинниками, как надо издавать, как надо издавать сценарий, как надо издавать теоретические статьи, особенно неизданные при жизни автора. То есть есть огромное количество текстологических проблем, которые э, надо каким-то образом науку формировать, вот текстологию, кинотекстологию. Когда так получилось, что мы еще в ГИКовцами оказались у вдовы Эйзенштейна, и мы увидели вдруг все эти неизданные труды, которые тогда вообще никому не были известны, она нам это все показывала и говорила, ребята, вы должны мне помочь, потому что я почти слепая, у нее на почве диабета, к сожалению, было, было очень слабое зрение, знаете, такое ощущение, что вот при тебе рождается ребенок, и ты должен как-то вот, ты должен быть акушером профессиональным, если хотите, для того, чтобы ребенок выжил, да? И, конечно, надо было у кого учиться. Естественно, у пушкинистов. Значит, Пушкин – наше все, и пушкинисты – наши самые главные текстологи. Вот я пробрался в МГУ на лекцию Сергея Михайловича Бонди. Я провел, значит, там совершенно счастливые две пары, где он как раз читал вторую главу Онегина, это было замечательно. Я должен сказать, причем почти не комментировал, но я стал читать пушкинистов, чтобы понять, собственно, и понял, что там тоже такое количество проблем, там настолько все непонятно, там настолько неясно, а каков замысел Пушкина, а правильно ли мы печатаем Пушкина, а каким образом вообще Пушкина воспринимали в его современнике, когда он был просто сладкоголосый соловей, а потом стали говорить, что Пушкин устарел, и вообще вот натуральная школа его вытеснила, и только где-то в конце XIX века там, после речи Достоевского, после открытия памятника, вдруг поменялось отношение к Пушкину, потом вдруг символисты открыли Пушкина залом, а потом Венгеров устроил свой семинар, и вообще появилась наша школа пушкинистики. И вы знаете, я должен сказать, что это оказалось настолько увлекательным, независимо от кино, что в каком-то смысле я стал отдыхать на Пушкине. Вот это... Я стал его перечитывать. Я понял, что в школе нам говорили, ну, не то чтобы неправильно, но как-то уж очень частично о Пушкине. И стали открываться какие-то вещи, которые для меня были неожиданными. Например, то, что вось... была восьмая глава Онегина. В частности, вот Пушкин сам написал, что он ее изъял, чистосердечно написал в, преди... в комментариях к Приложением да, к, Ивану Гро... к Евгению Онегину, что вот он вынул ее по причинам, важным для автора, а не для читателя. Ну, для читателя того времени, для нас-таки, наверное, важно, почему Пушкин это изъял. И как же мы так пропускаем? Но говорят, ну почему? Пушкин сделал же приложение там, после примечаний, он сделал отрывки из путешествия Онегина, а меж тем. Есть глава, которая называется у Пушкина «Странствие, а не путешествие». И до сих пор мы печатаем, до сих пор печатаем восьмую главу под названием «Путешествие Онегина». Нет, это не путешествие Онегина, это странствие. Пушкин называл ее странствие, а отрывки из путешествия – это тот кусочек, который он выкроил для Онегина якобы восьмиглавого, но вынувши восьмую главу, издавший восьмиглавого Онегина, он потом сделал ее все равно девятиглавой, потому что финал Онегина – это не тот момент, где звон раздался шпор, да, и мы застали бедного Онегина, как будто громом пораженного, и все говорят, вот конец Онегина. Значит, Татьяна ушла, Онегин стоит да, громом поражен, и звон раздался. И тут герои моего, и дальше читай Пушкина. И оперу Чайковского еще. И оперу Чайковского, да, вот мы все по Чайковскому, да. А у Пушкина это дальше. Оказывается, что он делает? Он делает петлю во времени. И когда мы читаем все эти примечания, и вдруг мы оказываемся опять в юности, и мы оказываемся в Одессе, и вдруг оказывается, что Пушкин описывает там счастливое мгновение с друзьями, которые потом все окажутся, кто в Сибири, кто иных уж те нет, а те далече. И ты начинаешь понимать, что, Господи, Онегин-то кончается вот этим морем. И так я жил тогда в Одессе, и три точки. То есть он кончает тем, с чего он начал, когда он начал этот роман, и ни один модернист, включая Джеймса Джойса, не может похвастаться таким виртуозным построением романа. Там происходит такая лента Мебиуса, да, где одна плоскость ты ходишь вот по роману, это невероятно. А я стал смотреть, что такое восьмая э, глава. Прочитал то, что собрали, потому что не сохранилось Беловика, и мы не знаем вообще, был ли Беловик. Скорее всего, был. Судя по тому, что Пушкин даже написал план девятиглавого Онегина. Три триады. Есть, это написано в Голдине. И самое удивительное, когда я начал смотреть, учиться читать пушкинские рукописи, потому что это было просто ну, такая загадка, знаете, почти спорт. Я вот забыть не могу, как я шел из другого музея Пушкина избирательных искусств, зашел, зашел в литературный музей Пушкина, где тогда лежали в Онегинском зале рукописи, фотокопии, конечно, в плексиглазах. Я просто по ним учился, и первый раз я, взявши, я вижу, ее сестра звалась, знаменитая, да, э, строфа про Татьяну из, третьей глав, из второй главы. я посмотрел и вдруг увидел, там зачеркнуто, было, все читали Наташа, ее сестра звалась три точки Наташа. Зачеркнуто, наверху написано Татьяна. И это многократно описано, и об этом, э, значит, самое удивительное, что все говорят, вот, надо же, Пушкин как будто предугадал, что его жена будет Татьяна, он еще не был знаком, Наталья, он не был знаком еще с Натальей, своей Натальей, Натальей Николаевной, а вот уже написал, должна была быть Наталья героиня. А я смотрю, и там написано, ее сестра звалась Параша. Потому что Н у Пушкина пишется как П одинаково, и Р и Т тоже одинаково. Ее сестра звалась Параша, то есть, поэтому три точки перед этим. Я тогда думаю, так, звала Полину Просковью. Какую Просковью? Это что, еще одна горничная? Или это на самом деле Полина, романное имя героини, которая вообще-то Просковья по крещению, а в романе была бы Полиной Вполне такое дворянское и вполне э, романное имя. И вообще, что это значит? Но к этому времени я уже другим занялся. Меня Анна Андреевна Ахматова, собственно, толкнула на то, чтобы заняться рукописями Пушкина, потому что она написала замечательное исследование «Пушкина. Невское взморье» про таинственный отрывок, когда порой воспоминания, я его не помнил. Я пришел домой, я в дороге чит прочитал купивший эту книжку, потом пришел, прочитал стихи, я их не, раньше не знал. И меня ужасно заинтересовало ее наблюдение. Я стал копать, и оказалось, что там три строфы Евгения Онегина. Это уже потом открылось, когда я стал разбираться в рукописях. И там-то я наблюдал, что эти самые буквы пишутся одинаково. То есть надо сказать, что Пушкин – это такая бездна, это как космос, ты в него… Думаешь, ты летишь к Луне, а потом ты оказываешься на окраине Вселенной. Тебя все время это втягивает, и Пушкин не дает возможности освободиться от себя. Он в этом смысле гораздо более магичен, чем Эйзенштейн даже. Очень. Да, спасибо, что вы напомнили и указали в качестве источника в каком-то смысле своего вдохновения Пушкинистику Ахматовой, потому что вот этот тот непрямой литературоведческий, историко-литературный взгляд, который позволяет высвечивать замечательные перспективы. Известно, что именно Ахматова нашла источник сказки о золотом петушке. Да, это сказка о петухе такого немецкого значит, литератора Клингера, и одновременно это Вашингтон Ирвинг из сборника Альгамбра. Но если обращаться к вашему, на мой взгляд, тут скобки, конечно, пушкинские рукописи всегда оставляют простор для сомнений и для раздумий. Поэтому к счастью или к несчастью, но это факт. Никакое прочтение не может быть окончательным. Ваше прочтение, ваша интерпретация, то, что вы, то, как вы выстраиваете, на мой вкус, на мой взгляд, хотя я смотрю изнутри профессии, отличается редкостной связностью и убедительностью. Вот скобки закрываются. Может быть, вы могли бы для тех, кто пришел, рассказать вот этот, представить ваш взгляд на великий пушкинский роман в стихах. Что получается? Это не лишний человек, по-вашему. Вот то, что у всех у нас руки устали писать да, в школьных сочинениях, то, что навязло в зубах и в общем не выдерживает никакой критики, потому что все пушкинские современники... Все люди его круга это были лишние люди, вообще-то тогда, да. Но это не так. Что значит лишнее? Это странная, тургеневская, опосредованная его любовью к демократам, такой спорадической, да, и очень сиюминутная характеристика Онегина, которая почему-то попала во главу глажку, потому что она была удачной, идеологически. У вас Онегин совсем не лишний человек и роман вообще не про фактически ну да про любовную историю но совсем не только про нее вот если можно нам Ахильевич, расскажите пожалуйста как вы интерпретируете за главного героя вот это, да это такая странная история которую я несколько раз излагал пушкинистам и на меня смотрели так немножечко ну, мало ли какая очередная попытка додумать до Пушки, за Пушкина, и это не одобряется, когда, особенно киноведы, а не филологи начинают за Пушкина придумывать сюжет. Мне было очень важно понять, что, собственно, почему Пушкин вынул эту главу, что означает Татьяна и Прасковья. Мы знаем, что Евгений и Параша были в медном саднике, повторились, да, это тоже не случайно у Пушкина было. И вот это в разные сразу, сразу с нескольких сторон вот, пришлось копать, чтобы понять, что, собственно, Пушкин хотел сделать. Я сейчас коротко скажу. Финал, за который, я думаю, меня побьют. Ну, неважно. Пусть. Дело в том, что... Пушкин был знаком со всеми заговорщиками, он был абсолютно уверен, что заговор победит. Как мы знаем, Александра Первого он презирал. Он властитель слабый и лукавый. Да, вот слабость и лукавство Александра были залогом того, что, конечно, заговор победит. Он, конечно, он знал Пестоля. По Кишиневе они были в одной ложе. Он читал русскую правду, как многие. Он я думаю, ужаснулся тому, что написано у Пестеля в этой русской правде. Это чудовищное. Это такой майнкамп, к сожалению. Мы же очень склонны идеализировать декабристов, потому что они стали жертвами. И жертв, конечно, всегда жалко. Но на самом деле, если прочитать то, что пишет Пестель и о будущих порядках в России, о диктаторе, который временный якобы диктатор для того, чтобы навести порядок. Но мы знаем, что такое временное, которое потом остается навсегда. И именно то, что ради русского царства великого можно подавить все остальные народы и, в частности, крови утопить Кавказ и так далее. То есть, фактически, то, что написал Пестель, должно было привести Пушкина в ужас и трепет. Он, конечно, знал и других, он был в Каменке, как раз когда обсуждался вопрос о заговорах и о том, что будет после победы. То есть мы наивно думаем, что Пушкин ничего не знал, а его выгораживали, действительно, его старались выгородить, видимо, во время допросов, спасая великого поэта. И моя вот, гипотеза, не более того, я не настаиваю, я просто предполагаю. предполагаю что Пушкин начал писать роман о будущем диктаторе России. Потому что он прекрасно знал, как заканчиваются революции. Он знал, как случилось во Франции, что после падения бурбонов появились сначала якобинцы, потом гильотина Робеспьера. И он знал, что будет делать он в случае, если начнутся репрессии и начнется подавление свободы Казалось бы, вспомните, он написал Андрей Шинье, Андрей Шинье назывался, это маленькая поэма в 25 году, где он написал: Мы свергнули царей убийцу с палачами избрали мы в царей. Он написал фактически свое, свой монолог, потому что он знал, что как только власть перейдет в руки этого диктатора, и начнутся репрессии, он, Пушкин, поступит так, как Андрей Шинье, который при Бурбонах славил свободу, а как только Бурбонов подвергли аресту, а потом посудили на смерть, он заступился за жертв и пал жертвой Робеспера за день до того, как самого Робеспера отправили на, на гильотину. И Пушкин, я думаю, готовился повторить подвиг Шинье. Кстати говоря, он знал это что это подвиг Христа, что Шанье фактически как христианский поэт повторил подвиг Христа, и он готов был идти тем же путем. То есть это ситуация, в которой герой должен был убить автора. Пушкин написал в самом начале, вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. Это какой же автор, начиная большое стихотворение, говорит, что оно не будет окончено? Почему? что может помешать окончить ему это? Что от лености? Это странное такое заявление, и когда начинаешь следить за тем, что, собственно, происходит в этом романе, происходит при том, что он дает должное уму Пестеля, замечательная характеристика умного человека во всех отношениях этого слова, он воздает должное уму Онегина, ему Ему нравится неординарность мысли Онегина, его резкий охлажденный ум, и вот тут слово «охлажденный». Постепенное охлаждение чувств, то, что происходит с Онегином, он перестает любить, у него ведь Онегин еще писал дневник и вынут, кроме главы странствия, вынут дневник Онегина, я не стал здесь вообще писать о дневнике, но дневник Онегина это поразительное следствие того, что он может любить, он мог любить это то, что готовила его потом любовь к Татьяне. Но охлаждение чувств и охлаждение мыслей есть залог будущего тирана. Дальше мы должны вспомнить все, что происходило с рационалистической поэтикой классицистов с их культом государства и сентименталистской этикой. Того же Карамзина, который написал потрясающие заметки по после путешествия во Францию, где он именно с точки зрения человеческого чувства и сострадания к жертвам отрицал революцию. Не потому, что он был против свободы, не потому, что он был монархистом, а потому что он знал хладность чувств Робеспьера – залог беспощадных казней. И, собственно, он начал писать историю. Вспомните сон Татьяны. Да? Сон Татьяны абсолютно точно предсказывает, что должно было быть во второй части романа. Там вся эта банда, которая приснилась Татьяне в этом лесном домике, да, и мое сказал Евгений Грозно, и все примолки. В общем, фактически Пушкин создал и он сделал не случайно тоже гибель Ленского. Да? Ленский это он сам, он себя пародирует, там же все стихи Ленского ⁇ это пародия на юношеские леги самого Пушкина. Значит, симметрично, там потрясающая симметрия в этом романе, и симметрично гибели Ленского должна была быть гибель самого Пушкина, уже в реальности, а не в романе, что должно было, я думаю, по мысли Пушкина, быть ударом по тирании. То есть его гибель собственно, и есть, и должна была быть ударом по будущему тирану. Ну, история пошла немножко иначе. Да? Заговор не победил, и Пушкин должен был придумывать заново весь сюжет. И, собственно, он не потому так долго писал, что он не мог придумать сюжет, а он должен был найти. Ведь все уже было написано и напечатано даже большинство. Надо было таким образом все построить, чтобы сошлись концы с концами. И он сделал это постепенное охлаждение Онегина, который вдруг проснулся патриотом, поехал искать Святую Русь, ее не обнаружил, это еще больше его охладило для будущей второй части. А потом второй части не случилось. У него после шестой главы написано «Конец первой части». И так было напечатано. И тогда Пушкин фактически вынул восьмую главу как готовившую иную фабулу, а потом из нее взял тот кусок, который был написан вообще сначала для третьей или для четвертой главы, потом он ее перенес в седьмую. Вот Одесса, она все время странствовала из одной главы в другую, потому что для него был очень важен этот мотив Одессы как модели русской Европы. Это та самая Италия, куда он стремился и поехать, кого его не выпускали. Да? Вот был кусочек в России, этой Италии, в виде Одессы, которую он пережил в юности, и он заканчивает этим идеальным, идеальной картиной европейской России в виде Одессы своих друзей. Вот эта Одесса со всеми ее недостатками воды и так далее все это на самом деле идилия, которая должна была кончиться, собственно, должен кончиться роман. И он кончается, собственно, этой идилией мечтой о будущей свободной европейской России, а вовсе не э, этим тираническим разгулом будущего диктатора. Что-то так надо было доказывать на восьмой главе. Почему я залез в эту главу? Потому что надо было понять, а что же там в этой главе готовит это будущее. Я уж не говорю о самой Татьяне. И вот я сейчас хочу просто показать. А, у нас Сейчас вот. Значит, это Новгородская строфа, которая сейчас печатается под номером 6. Он собрался, и слава богу, июля 3 числа, коляска легкая в дорогу его по почте понесла. Среди равнины полудикой, он видит Новгород великой, смирились в площади, среди них мятежный колокол утих, не бродят тени великанов завоеватель Скандинав, законодатель Ярослав, считаю грозных Иоаннов, и в круг поникнувших церквей кипит народ минувших дней. Вот так напечатано в академическом издании 1937 года и перепечатывается по сей день во всех изданиях Онегина. Честно говоря, я сначала спотнулся о грамматическое несоответствие. Это вообще странно. Не бродят тени великанов, а потом завоеватель скандинав. По-русски так не говорят тени заебателя Скандинава, да, наверное, если не бродят. Желательно было бы так. И что меня дернуло, я не знаю. Я полез в рукопись, и что выясняется? В рукописи пишется, но бродят тени великанов. Не не бродят, но бродят. И почему-то, я не знаю, почему это не заметил Лотман. Вообще никто из комментаторов не залез в рукопись, ну, бывает бывают да, обидные опечатки. Но ведь человек должен задать себе вопрос, что это значит? бродит брод, Не бродит или бродит, и кто такие великаны? В общем, я довольно долго возился с этой образностью. Вот здесь видно, но очень четко. И что оказывается? У вот Карамзина в истории очень подробно описаны все эти четыре властителя. Все уничтожали новгородскую вольницу. И это самый скандинав, да, который фактически э, у, унижал и уничтожал со своей колокольни скандинавской. То есть э, это варяг, да, который уничтожал ганзейский город Новгород, унижал их жен там его дружина насиловала, новгородок на они пришли к нему с жалобами, а он их всех казнил за жалобы. И оказывается, что Ярослав, вот Лотман написал, что да, это тот самый Ярослав, который русскую правду потом написал, он здесь был княжил временно, его папа послал, а потом он вернулся в Киев, и в Киеве создал свод законов русской правды. Это не Пестолевская русская правда, а Ярослава. Но Оказывается, у Карамзина очень подробно описано, что Ярослав, пока он княжил в Новгороде, тоже вел себя очень нехорошо. Он тоже, оказывается, казнил ходатаев, он тоже был абсолютным тираном. А уж что Иван III Иван IV сделали с Новгородом, это уму непостижимо. И почему они великаны? Мы думаем, великаны – это значит великие правители. Великаны – это символ в России людоедов. Людоеды были великанами во всех сказках, и бродят тени великанов, это те самые тираны, которые уничтожали новгородскую вольницу, и это первый удар по идеальной картине Святой Руси, которую ищет в реальности э, Онегин. А дальше оказывается, что проблема тени, становится таким мотивом везде тени, и каждая следующая строфа – это еще один удар по этим идеалистическим, абсолютно беспочвенным претензиям увидеть Святую Русь. И Онегин в конце очень охлажденный уехал к Невским берегам. Предельно охлажденный, готовый к тому, чтобы последовать тем же путем. А вспомните, как Татьяна говорит ему, как вспомнишь этот тон холодный, да, которым он отповедь дал ей там. Вот холодный тон Онегина был страшной силой, которая мог бы превратить его действительно в тирана. Но вот постепенно, когда уже вот эта уже строфа, ее сестра звалась значит, Татьяна, а на самом деле должна была быть Парашей, там целая серия пара, пар, Параскев, Почему Параскева Ой, это, простите, уже я не стал это вводить в презентацию. Дело в том, что у Татьяны и у вот Греческой и Татьяны Римской очень схожие э, жития. И не случайно Онегин замени, э, Пушкин заменил э, э, Просковью на Татьяну. Самое удивительное, что у них очень, они обе были девственницы, обе не вышли замуж, они посвятили себя Христу, обе были казнены. Только римская Татьяна была на двоек раньше, раньше, греческая была умница и начитанная очень. И что Пушкин делает? Он все-таки очень хорошо знал нашу мифологию. На Руси странным образом святая Пороскева греческая, получила двойное имя Пороскева-Пятница. Ее просто перевели слово Пороскева на Пятницу. Да? Она стала покровительницей Псковской земли, где была Михайловская, то есть его родного края. И там он знал, что в народном сознании странным образом Пороскева соединилась с Макошей. Это, гречес... Это языческая богиня, чувственная очень. Она почти такая мать сыра земля вот странным образом в Параше был обертон вот такой чувственной языческой богини. Поэтому Параша могла появиться в домике в Коломне. Но она не могла появиться в Онегине. И там появилась эта абсолютно чистая Татьяна. В общем, это довольно долгая история, но, во всяком случае, мне очень хотелось хотя бы так чуть-чуть проникнуть в ту логику, которая отразилась в рукописи, потому что я не, старался не фантазировать, а опираться вот на текстологию. Большое спасибо вам за эту оптику. Вот вы по поводу Эйзенштейна сказали, что мы смотрим кино как некое цельное повествование и промахиваем многие детали. Вот Пушкина, читая э, так сказать, тот текст, который отнюдь не бесспорен и при преподносится нам всем школьникам с пеленок в христоматиях и так далее в качестве канонического, тем не менее, да, мы тоже очень многое промахиваем. И благодаря тому, что вы написали, сделали, появляется вот эта усложняющая оптика. А вообще у таких людей, как Пушкин и Эйзенштейн, ничего не может быть просто. Да, все, все всегда будет сложно. И поэтому и путешествие Онегина по фронтиру, странствия по, по всему фронтиру России, и э, Татьяна, которая в себе э, несет зачаток другого замысла, других замыслов, и Онегин, который и вампир, и шпион, и э, будущий тиран э, все это, ну, это заставляет нас думать. А это бесценно, очень важно. Поэтому спасибо огромное спасибо. Спасибо вам. Я ожидал гораздо более критического отношения. У нас есть время на вопросы, кажется. Все-таки осталось немножечко. Да, у нас есть замечательный наш волонтер Евгения. Она вам будет передавать микрофон. Хорошо, чтобы те, кто смотрит трансляцию, слышали вопрос, не только ответ. Есть вопросы? Да, вот здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Вот особенно, как сказать, я на филологии учусь, на филологическом факультете. Я, как э, говорится, за полчаса узнал больше о Пушкине, чем за сколько там уроков в школе вы проходили. У меня такой вопрос. Я пытаюсь организовать свой киноклуб, ну, точнее, уже как бы веду его полгода, получается, ну, почти год. И я все хочу показать как раз Эйзенштейна, но не доходят просто до него руки, ну как, -то, э, точнее не то, что не доходит руки, я не знаю, как его презентовать. Вот э, факт, который был высказан вначале про то, что он, э, его популярность падает и среди кинокритиков и среди режиссеров, он, мне кажется, показательный, потому что вот сейчас очень немногие о нем знают, и, и я не знаю, как к нему правильно подступиться. То есть, Наум Химлич, как, с какого фильма вы бы советовали начать э, знакомство с, с Эйзенштейном, с как оформить вступительную лекцию, как, в общем, к нему подвести так, чтобы люди не сказали, фу, это там сто лет назад снято, это скука, ну, надеюсь, он... мне так никто не скажет, <свят> а сказали бы наоборот, как это интересно, я хочу еще, еще, еще. Вот, большое спасибо. Невероятно спасибо. интересно. Спасибо. Это вообще такой вопрос трудный, с чего начать, потому что Эйзенштейн, как ни странно, он производит впечатление более архаическое, позднее. Кажется, что вот, как он странно, Черкасова глаза таращит, играет там театрально. А вот ранее Эйзенштейн такой приближенный к хронике, и поэтому он более современный, чем то, что Эйзенштейн сделал. А Эйзенштейн сделал абсолютно стилизацию, как бы подчеркивая каждым кадром, что это не претендует на то, чтобы быть... хроникой реальности. Это на самом деле высокая трагедия, и это фреска, и это совершенно другое измерение да, кино, чем то, к которому мы привыкли, как окно в реальность. Это не окно в реальность, это на самом деле мифология, это на самом деле такая концептуальная историография, если хотите. А в чем-то даже и психология, курс психологии так тоже можно смотреть. Я не знаю, с чего начать. Вы знаете, у меня с ребятами, студентами моими, когда я преподавал вот на высших курсах, Всегда была проблема, какой фильм показать. У нас всегда было очень мало времени. Я читал, в общем, зарубежное кино, а не советское. Но тем не менее, как из у меня всегда был один какой-то одно занятие, и каждый раз я думал, господи, надо, пожалуй, надо показать «Стачку». Вот сегодня «Стачка» смотрится абсолютно живая картина, с таким драйвом, там меньше, там есть свои метафоры, там есть свои сложности, но она очень молодая и очень открытая картина. И я думаю, что начинать надо со «Стачки», да, но когда я однажды сказал, что я покажу «Октябрь», я, помню, я увидел, как вы говорите, ну, опять октябрь, да, вот, все-все знаю, да, опять шторм зимнего, который показывают каждое 7 ноября, показывали по телевизору это все. Я сказал, ребята, ну, давайте мы попробуем посмотреть другими глазами. Вот мы смотрим с вами не хронику, не телевизор, а мы смотрим на самом деле трагикомедию семнадцатого года, где вторая серия была не снята. Вторая серия – трагедия гражданской войны, в которой написан сценарий, но который мы снять не дали. А это комедия власти, где все марионетки истории. Киренский марионетка истории, отрекшийся Николай, которого не видно, но который, его слуги радуются тому, что вот отрекся царь-батюшка, которому мы вчера еще присягали. Да? И оказывается, там, не говоря о генерале Корнилове, да и сам Ленин там тоже похож, в общем-то, на, на, Фантомаса, и там не случайно прямо цитаты из Фантомаса французского. Да? То есть это связано с тем, что в 20-е годы считали, что творцом истории является народ. Они искренне так верили. И эта картина, эта комедия власти, переходящей с трагическими страницами, конечно, переходящая Гражданской войны, который, войне, которую он не успел снять. И надо сказать, что ребята смотрели с большим интересом потом картину, и они там уже разбирали по кусочкам. Но я бы советовал начать со стачки. Это первая картина. А потом в, в стык к стачке показать Невского, который кажется таким простым. Да? Все прямо такая агитка, плакат. А на самом деле... Вот попробуйте с первого кадра спросить, ребята, а что там за избушка стоит? Там мы видим, Александр Невский ловит рыбу вместе с рыбаками, а на берегу сидит старик и молодой, и над ними какая-то избушка. Я так попросил ребят найти вот источников, что выяснилось. Никто почему-то не обратил внимания. Во-первых, да, смеялись современники, говорили, что ну, этого князя может делать представителем рыболовецкой артели. Это Давженко даже говорил, что секретарем райкома можно его назначить, Александра Невского. На самом деле, обратите внимание, там прямо евангельская цитата, где проезжают монголы, ведущие пленных, и окликают Ивана, окликают Александра. Это очень напоминает то, что случилось, когда позвали будущего Петра, рыбака, да, где он будет ловить души людей, а не рыбу. Это прямая цитата из Евангелия. И там несколько цитат из Евангелия в этом фильме. Даже когда немцы бросают детей в огонь, это бифлеемское избиение младенцев фактически. И Пазолини это понял, и в своем «Евангелии от Матфея» взял музыку Александра Невского и положил на историческое избиение младенцев. Он понял, собственно, метафору из «Нштейна и Прокофьева». Да? То есть, оказывается, а, а, это избушка. Что за избушка? Если вы видели картины Рейха, которые висят, кстати говоря, в Третьяковке, это те самые баби-яги, избушки на курьих ножках, которые были в языческой Руси, где подрузили крест и сделали храмами. Это вчерашняя языческая Русь, только что становящаяся христианской. То есть, вот два, две детали начала Невского – это точный сдвиг, да, не случайно Невский святой. Он не делает реального Невского. Реальный Невский, говорят, был довольно таким противоречивой личностью, был с ханом, ну и так далее. Там сложное, да. Он делает легенду. Он знает, что церковь его давно канонизировала, он стал святым. И вот идея создать святого защитника, который прежде всего прекращает гражданские войны. Вот тут одна деталь. У него был эпизод, целая часть, битва на Новгородском мосту, когда привозят Александра в Новгород, а там один конец Новгорода против другого конца Новгорода бьются не на жизнь, а на смерть. Внутри России. 37-й год. Понятно, что Эйзенштейн имел в виду, да, где мы сами себя бьем. И Александр останавливает это братоубийственные битвы внутри Новгорода чтобы повернуть их против внешнего нашествия. А Псков уже в руках немцев. Понимаете, то есть это на самом деле картина гораздо сложнее, чем она кажется. Она на поверхности, ну, агитка, плакат. А по сути, когда начинаешь так вкапываться, там что не кадр, что не эпизод, то идут реминесценции в историю, в миракли, в наши сказания, в сказочные образы, вплоть до конца. Да? И самый конец, из-за удивительный, он планировал другой финал, ему Сталин провел красную черту и сказал, здесь кончается фильм, там, где Иван, Александр произносит речь на Соборной площади, что кто мечом к нам идет, от меча и погибнет. Да? Вот последняя фраза. А дальше было это в сценарии, сценарий есть, и ребята может дать прочитать, он напечатан в шестом томе. Там оказывается, Александр, победитель немцев, шел и становился на колени перед ханом для того, чтобы собрать силы и когда-нибудь закончить с монгольским игом. А там у хана сидят два русских князька, которые боятся усиления этого князя Переславского, и они втирают яд в его шлем, зная, что русские воины черпают шлемами воду из реки, и они втирают яд. И действительно, Александр, возвращаясь домой, на Дону, где когда-нибудь будет да, Донск, Дмитрий Донской, его правнук, он пьет воду, и в предсмертном бреду он видит эту будущую картину победы Дмитрия над Мамаем и его Александра Стяг. И финал – это пронос Александра э, Невского по Руси, такой траурный марш. И написано – у Эйзенштейна, «сокатилось солнце земли русской». Если мы помним, да, Пушкин, когда умер, ведь его именно так обозначили его некролог. «Закатилось солнце земли русской», а Пушкин был назван в честь Александра Невского. И Эйзенштейн фактически сомкнул времена, да, и сделал как бы перескок к Пушкину, о котором он тоже хотел снять фильм. То есть, понимаете, фильм-то сложнее, чем то, что мы думаем о нем. Поэтому можно брать любой фильм, но вот эти два фильма для начала очень хороши. Извините, очень долго да, отвечаю, потому что время-то уже. Большое за глубину подхода, за такой пример, как надо размышлять, когда мы смотрим, когда мы читаем. И вопрос у меня: чем вы сейчас живете, что вы сейчас исследуете? Вот, и может быть, ваши какие-то открытия последнего времени. Спасибо. Я должен сказать, что я разменял 85-й год с, с изумлением, но. Я боюсь теперь делать очень далекие планы, но с ужасом смотрю, сколько у меня неоконченных работ. Очень много неоконченного, начатого и незаконченного, неизданного Эйзенштейна, которого мы должны издать. Есть какие-то темы, которые меня когда-то начинал писать. Вообще, одна из таких тем, я могу признаться. Мы из этой книжки вынули один этюд посвященный кавказским лирическим циклам. Это совсем другая тема. Вообще, что такое пушкинские лирические циклы, которые только недавно признали, что у него их не, не два, как мы думали, думали, что э, есть подражание Корану и песни западных славян, что якобы Циклы не характерны для Пушкина, характерны для других поэтов, там, для Блока, но не для Пушкина. На самом деле у Пушкина очень много циклов лирических, только они внефабульные поэмы такие, монтажные, говоря киношным языком. Вот. И у меня напечатано вообще про кавказские циклы в свое время давно. А теперь я натыкаюсь на то, что у него столько интересных... Вот одну только приведу, один пример. Здесь с Ирисонегином как раз. Есть три диалога Пушкина. Один диалог с снегопродавцем перед первой главой Онегина. Второй диалог с другом. Помните, оставь герою сердца, что же он будет без него? Тиран, да? И третий диалог с народом. Каждый из этих диалогов точно соответствует трем главам Онегина первые три главы с снегопродавцем, второй – молчи, бессмысленный народ, вот тот самый знаменитый его диалог, и третье – оставь герою сердца, что будет без него тиран. Это Онегин. Фактически из Онегина и взяты некоторые стихи, потому что на самом деле, если изъять из героя сердца, Онегин мог быть героем, получился бы тиран а он ему вернул сердце и стал героем опять. И вот самое удивительное, что эти три диалога, они отличаются от других всех пушкинских стихотворений. Больше нет диалогов. Есть маленькие трагедии, понятно, да? Они соответствуют трем несостоявшимся как бы, частям Онегина. Это очень любопытный случай, но я думаю, что это один из, немногих, из многих случаев, вернее. Есть великая загадка последнего Каменноостровского цикла, когда он, когда он написал в 1935-1936 году. Мы знаем, что там есть второе, третье, четвертое, шестое стихотворение. Его даты, стоят, цифры стоят, номера на рукописи. Мы не знаем первого, не знаем пятого. И есть всякие догадки, очень большая литература по этому поводу. У меня есть странная такая, может быть, самоуверенная убежденность, что Пушкин не случайно делал все свои композиции девяти частными. Девять частей это три триады. Три триады это особая история, это на самом деле магический квадрат. Он по магическому квадрату строил свои композиции, где вы читаете как бы одновременно и фабулу подряд и переклички по вертикалям. Это фантастика, то, что происходит. Вот так, таким образом построены кавказские циклы, таким образом был построен девятиглавый Онегин. И вот таким же образом было девять стихотворений, то есть есть, а мы все их знаем, девять стихотворений Каменностровского цикла. И мне кажется, что когда знаешь формулу, как Пушкин строит, по какому принципу, почему он так строит, то абсолютно видно – что на первом месте странник, на пятом месте полководец, и есть еще три стихотворения: кладбище, когда за городом задумчиво я брожу, сосны это пушкинское название, это не мои названия, но в планах сосны вновь я посетил тот уголок земли да и памятник: как только выстраивается это каре, вот этот магический квадрат начинаются фантастические переклички тем и мотивов ты понимаешь, причем ты и по горизонталям, и по вертикалям, и по диагонали. Ну, как и положено в магическом квадрате. Я думаю, что Пушкин знал. Но это не просто магический квадрат, математический. Надо знать, что как они учили азбуку. Мы вот сейчас читаем не азбуку, а мы алфавит читаем. А азбука, старославянская азбука, она была построена, азбуки в виде, да, и так далее. Она построена по квадрату, и там можно было читать, а я Бога знаю и так далее, да, а если посмотреть по вертикалям, там еще аз жизнь и так далее. То есть, оказывается, их учили читать по магическому квадрату, построенному Кириллом и Мефодием. То есть, это не, не какая-то фантазия, мне кажется. Но, в общем, это отдельная глава, но это сегодня я боюсь уже очень поздно. Я не знаю, еще не написано, подожди. но это очень важно. Да. Здравствуйте, меня зовут Вика. Спасибо большое. Кстати, мы с вами как-то раз я не помню встречались в Пушкинском музее, может быть вы помните? Я к вам подошла, мы с вами говорили по поводу мурманского кино. Вот, вы мне посоветовали найти ленты, обратиться. И, кстати, работа сейчас ведется. Спасибо большое за то, что предложили такую идею. А, могу ошибаться, но, по-моему, у Николая Солодникова вы выделили капитанскую дочку. Пушкина. И сказали, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, что это одно из самых ваших любимых произведений. Вот хотелось бы спросить, есть ли в книге, в этой разбор «Капитанской дочки», если нет, то почему это ваше любимое произведение одно из? И можно от вас ну так, пару тезисов, почему стоит сейчас перечитать «Капитанскую дочку», потому что, например, у меня появилось желание перечитать «Онегина» за счет тех интересных тезисов, которые вы выделили сейчас, ну вот, что можете сказать по поводу «Капитанской дочки»? Ой, спасибо, это главное, что хочется перечитать Анигина, это главный, главный приз. Вы знаете, с «Капитанской дочкой» вообще удивительная вещь, потому что я ее читал не знаю сколько раз. Началось все с того, что вот после школы, да, в школе мы все писали сочинения про «Капитанскую дочку». Когда моя дочка подросла, и она просила, у не было новой книжки, и ей было шесть лет. Я решил прочитать «Капитанскую дочку». Не знаю почему, Но, кажется, для шестилетней девочки это немножко рановато, да? И она сидела завороженная. Вот я ей читал по главам, каждый вечер она ждала, что я прочитаю следующую главу. И я сам, читая, начал волноваться. Удивительная вещь, я никогда... Пожалуй, не испытывал такого наслаждения от русской прозы, как от капитанской дочки. Это абсолютно идеально, идеальный язык, вот если можно так сказать. По ритму построения, по фразеологии, по, по характеристикам, ну, это, все абсолютно прозрачно и все загадочно. До последней главы, буквально. Вот когда я дочитал до последней главы, там, если вы помните, в конце есть почерк и написано от издателя, да, что якобы это Пушкин издатель, он же не, не признался, что он автор, напечатал в «Современнике», потом скажу, какая там дата еще стоит. И дальше он пишет, что если вы посетите имение в Симбирской губернии, то вам покажут там, принадлежащие десятирым помещикам, где в одном из флигелей висит собственноручное письмо Екатерины, которое славит ум, доброту Маши и ее преданность, да, и невиновность Гринева. И первый раз, вот читая вслух, я отдал себе отчет, что, собственно, а про что-то это Оказывается, Екатерина-то обещала, что она возьмет на себя содержание дочь капитана Миронова, погибшего за нее от рук этого злодея, и устроит их благополучие. А сельцо-то принадлежит десятерым помещикам. Причем сельцо-то, оказывается, наследственное Гриневское. А Маша так и осталась в этом имении. То есть оказалось, что Екатерина обманула их. Я первый раз так споткнулся об этом, и думаю, как интересно – Пугачев, зверь. Пушкин написал целое исследование, да, истории Пугачевского бунта, где он точно показал, что творили там с Пугачева. Однако здесь этот человек трижды отблагодарил за этот стулупчик, да. То есть оказалось, что царского-то в этом самозванце больше, чем в Екатерине того то есть у меня вот так все перевернулось. А потом я дошел да, даты. Смотрю, дата под, э, стоит под э, капитанской точкой. 19 октября 1836 года. Мы знаем, да, что такое 19 октября. А в сентябре уже повесть лежала в типографии современника. А дата стоит 19 октября. Значит, дата не окончания произведения. Это значимая дата, это еще одна часть... Вот должен вам сказать, когда я начертил схему да, по всем главам и сделал первые части "Береги честь молоду", это такая замечательная, мы все знаем эпиграф, да? А в конце поставил 19 октября и получилось 16 главок. Это большой магический квадрат. Но оказалось, что сомкнулось "Береги честь молоду" и клятва лицейскому братству является фоном истории про капитанскую дочку, про Пугачева и про Гринева. То есть все оказывается гораздо интереснее и таинственнее, чем нам кажется по школьным нашим занятиям. Там еще много загадок. Антон. Я прошу прощения, Наум Ихельевич, я могу задать вопрос или лучше все-таки отдать оставшееся время аудитории, поскольку я все-таки участник? Да, Антон, вот тот самый корректор, который эту книжку вылезал до предела. Да, Антон, конечно. Мне просто кажется, что вопрос будет всем интересен, поскольку тут вот речь шла об Александре Невском, о фильме Эйзенштейна. Это очень так здорово, что вы открыли такую вещь, что делая фи фильм о канонизированном святом, Эйзенштейн, живший в такую эпоху официального атеизма, он, в общем, такой евангельские мотивы туда очень так тонко внес. Это потрясающее открытие. Вот. А я хотел вот о чем спросить. Я помню, что мы, когда были совсем юные, в отличие от первых фильмов Эйзенштейна, где э, действительно, вот, э, как вы говорите, какая-то хронологическая такая достоверность. И там потрясающая игра актеров, э, потрясающая органика при, при, таком даже, при таком ярком существовании. И непонятно, как вообще Эйзенштейн этого добивался, тем более, что, насколько я знаю, он с Станиславским не очень так увлекался. Он был мирхольдовец. Вот. А вот игра актерская в фильме Александр Невский действительно воспринималась несколько наивно, архаично, чуть-чуть утрированно. И так нам говорили, мы так думали, что это особенности того времени. Это такая манера игры, которая во времена Эйзенштейна была значит, абсолютно современной, органичной. А нам она с высоты вот нашего, ну и с высоты кинематографа 60-х, 70-х кажется чем-то таким. И вдруг я столкнулся с тем, что Михаил Чехов написал из Голливуда письмо с рекомендациями вот актерам и абсолютно описал точно все наши впечатления вот по поводу некоторых тонкостей, недостатков вот этой актерской игры. Как вот вы прокомментируете это письмо Михаила Чехова и чем вот действительно вызвана такая специфика восприятия, возможно, далеко не у всех людей? Ой, это очень хороший и очень сложный вопрос, потому что Михаил Чехов был великим актером и, кстати, другом Эйзенштейна в юности. Знаете, Михаил Чехов был абсолютным адептом системы Станиславского, я думаю, идеальным актером системы Станиславского, который его усовершенствовал. Мы знаем, что у него учебник, который сильно привнес многое полезного да, в систему и он фактически воспитал американских лучших актеров, собственно, благодаря ему была создана школа Ли Страсберга, а Ли Страсберг воспитал всю эту плеяду гениальных актеров 50-х, 60-х годов. То есть фактически он шел действительно от Станиславского. Эйзенштейн шел не только от Мерхольда, он действительно шел и от условного театра Мерхольдовского, но он шел от древнего театра, где разные степени характеризации от плакатных и таких фресковых, вот то, что Иван э, Грозный в себе несет иногда, но там более сложное, там шекспировское скорее, а вот то, как Черкас в Невского играет, это похоже на контурные рисунки, скажем, фресок, да? где три всего качества выдвинуты, и они обобщенно даны, они совершенно не детализированы. Дальше идут другие, более реалистические, например, тот же самый Охлопков, который играет Буслая. Это Буслай, это же не подлинный, это фольклорный персонаж. Он такой абсолютный, такой, я бы сказал, бутус, да, который воплощает такую стихию, иногда дикую стихию, но стихию добрую в основе своей. И Гаврила Алексич. А Гаврила Алексич, между прочим, и тот самый предок Ракша, это предок Пушкина. Изенштейн это знает, это, это семейное имя Гаврила. Изенштейн берет не случайно Абрикосова и дает ему имя пушкинского предка, то есть тут еще Пушкин присутствует своим предкам, да? который гораздо более мягкий и гораздо более реалистический. Да? Значит, мы имеем лубок, фреску, реалистический характер и совершенно уже фольклорный характер этого кольчужника Игната, который гениально играет, по-моему. Ой, Господи, вдруг вылетело. Как замечательный актер Мхатовский. Вы знаете, это абсолютно сочная, яркая такая, раешник такой вдруг. И у вас фактически целая скала есть шкала ц... нескольких стилей внутри одного произведения. Эйзенштейн когда-то писал о том, что вообще-то для нас не очень характерные жанры. Для русской культуры выделенные жанры, как во Франции, не характерны. У нас полижанризм, и у нас и у Пушкина, и у Достоевского, и у Чехова, кстати говоря, который говорил, что у него все комедии, а мы плачем на его пьесах, да? Вот полижанризм и полистилистика очень характерны для нашей культуры. И у Эйзенштейна как раз есть несколько стилей в одном произведении. Он играет на этом, на разных степенях обобщенности и жизненности. Поэтому требовать от него абсолютной гомогенности, как мы требуем, скажем, от э, хорошо срепетированного актерского фильма, смешно. Это другая задача у этого в кино. Оно на нескольких уровнях работает. Извините, я так долго отвечаю. Наверное, Спасибо. еще есть. Так давайте, наверное, один вопрос, на да, последний. Ну давайте Спасибо. два вопроса, потому что <свят> не будем обижать на молодого человека. Я, во-первых, хотела поблагодарить вас, потому что я искренне вами восхищаюсь, и я очень волнуюсь. Просто поблагодарить вас за все, что вы делаете. И вопрос у меня. Я занимаюсь историей античности, и вот вы сказали, что в фильме Эйзенштейна есть античные, влияние античной культуры Можете, пожалуйста, поподробнее немножко рассказать про то, как античность, где еще в творчестве Эйнштейна она встречается? Да, Спасибо вы знаете, большое. подробно сейчас уже не получится, к сожалению. Но вот я сегодня упомянул о том, что Потемкин построен по принципу пятикактной трагедии. да? Он знал замечательно теорию трагедии, он знал, что такое катарсис, и он все время ориентировался на те законы, которые греки открыли. У него бывает на уровне образов, на уровне структур. Очень важно понять, что Эйзенштейн не всегда цитирует какие-то фигуры, потому что для него образ – это не фигура, а структура, гораздо больше. Вот, скажем, метафора, античная метафора, очень часто у него, вот, например, «Плач по Вакулинчуку», да? это фактически греческое оплакивание героя. Если вы возьмете Илиаду, то вы обнаружите, что Эйзенштейн как будто повторяет плач и по Ахилу, и по Гектору. То есть он знал это, но он очень деликатно это ввел в сцену массовую, где происходит оплакивание Вакулинчука и так далее. То есть у него почти в каждом фильме есть античная реминесценции. В, в октябре, например, там огромное количество скульптур, в том числе с античными образами. И там очень смешно отыгрывается реальность и идеализированное в, в скульптуре представление о реальности. И так далее. Вообще, это такая богатая очень тема. Что-что? Почитать Я говорю, что, что? Вы скажите еще, где можно у Эйзенштейна про это почитать, про Парфенон, например? Да, например, вы возьмете книжку Монтаж там целый раздел есть о структуре Парфенона, где он говорит, что Парфенон это идеальный фильм. Когда вы приближаетесь к пропилеям, как вы проходите через узкие пропилеи, потом перед вами открывается огромное пространство площади, как возникает Эрихтейн. То есть, фактически, это монтажное произведение. Он говорит кино. Много тысяч лет существует в разных других искусствах. Вот вы возьмите книжку Монтаж, и там прямо. Вы хотели что-то спросить. Да, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я под большим впечатлением. Вы, наверное, уже частично ответили на мой вопрос. Я просто еще раз убедился, и в этот раз еще больше, что искусство это одна большая загадка, и это так интересно разгадывать. И если про Пушкина там огромное количество метафор, слоев там в живописи тоже ее можно разгадывать, но я могу предположить, когда ее создаешь, как можно оттачивать и делать ее глубже и глубже, там переписывать текст, переделывать эскизы и так далее, то как это происходит в кино, то есть там же есть очень много слоев совершенно разного типа информации, есть сценарий, есть раскадровки, есть монтаж, как знаю столько всего мифов, истории, метафор как перед съемкой все это так продумать, чтобы потом в конечном итоге показать фильм? Это главная проблема кино. <смех> <смех> это главная проблема, как свести воедино усилия огромной группы, и даже когда один человек снимает кино. Я могу сказать, что есть фильмы, снятые одним человеком, который одновременно режиссер, и сценарист и оператор, и даже ему очень трудно свести разного уровня э, приходящие ему метафоры и действительность неисчерпаема. Вы знаете, мне недавно рассказывал э, один режиссер, что он снимал на улице, он сделал выкадровку, ему показалось, что это очень интересно. Потом он так оглянулся и вдруг увидел, что гораздо более интересный кадр здесь. Он повернулся сюда, и в это время его окликнули, он повернулся назад, и там еще интереснее. Понимаете, вот эта ситуация выбора и с одной стороны, ты знаешь, что тебе хочется, а с другой стороны, вот Эйзенштейн говорил, нельзя стопроцентно готовить съемку. Надо на 75% продумать, а 25% оставить на импровизацию. Только тогда произведение живое актер может импровизировать, сцен, свет может пасть иначе. Возникает вдруг совершенно удивительное решение мизансцены от того, что перепад высот, и, оказывается, можно по-другому построить кадр, чем то, как ты думал дома. И тебе натура подсказывает то, что ты сам никогда не придумал бы. То есть, на самом деле, кино – это наполовину – Искусство импровизации, и нужно это понять. А для того, чтобы хорошо импровизировать, как говорили итальянские да, актеры, надо обладать абсолютно техникой. То есть надо знать возможности своего тела, надо знать возможности драматургии, надо знать возможности той или иной маски. И когда ты играешь в Пульчинеллу, да, все знают, А, Пульчинелло, понятно, что ли, кто такой Арлекин, да, Арликин будет э, задираться, а Пьеро будет плакать. Вот мы знаем одну краску. Но есть Тысячи разных орликинов благодаря тому, что у актера другие ассоциации, другие представления, другой жизненный опыт, и он включает импровизированно в эту существующую маску. Вот так же и кино. Кино, если оно будет все прописано и прорисовано, будет мертвый слепок. Извините, что так долго все. Оль, я прошу прощения, мы превысили да, весь лимит. Ой, да ну что. Спасибо большое, Наума Ифилич, спасибо, Наталья Екатерина, и вам тоже спасибо. Мне кажется, что от аудитории тоже очень многое зависит. Вот, а мы прощаемся с теми, кто смотрит нас в трансляции, а у тех, кто в зале, сейчас будет еще возможность подписать книгу, попросить автограф. Сейчас только мы стол принесем нормальный. Вот, спасибо большое. Нет, прекрасно. лучше. Вам спасибо лучше. Снова там. Привет. Как дела?